потерять надзор Божий, стремятся к познанию Бога. Они желают принять Слово Божье, и они получат Божье наследие и благодать. Они наиболее благословенны. Бог проклинает людей, в которых нет места для Него. Он обличает и оставляет их. Если ты ценишь работу Бога, ценишь Его просвещение, ценишь Его присутствие, ценишь Его защиту, если ценишь слова Его как свою реальность и обеспечение жизни, тогда ты больше всего теми, кто стремится к Его словам, и над теми, кто ими дорожит. Чем больше дорожишь ты ими, тем больше Он трудится над тобой. Чем больше дорожишь ты Словом Божьим, тем больше шансов, что Бог тебя усовершенствует. Совершенствует тех, кто по-настоящему любит Его, тех, чьи сердца умиротворены перед Ним. Если ты ценишь работу Бога, ценишь Его просвещение, ценишь Его присутствие, ценишь Его защиту, если ты ценишь работу Бога, ценишь Его просвещение, ценишь Его.